Що таке погані дороги? Це ями, вибоїни, колії і усілякі творчі прояви наших дорожніх служб. Утім, Шкода Рапід має що цьому протиставити. По-перше, це підвищений кліренс, високопрофільна гума, короткі звиси та додатковий захист днища. Адже погані дороги – це лише пакет, якими оснащений Шкода Рапід. Чи допомагає він долати наші суворі дорожні реалії? Зараз переконаємося на досвіді наших учасників тесту. Сьогоднішній епізод народного тесту «Шкода Рапід» підсумовуватиме практичність автомобіля. Як оцінили водії ходові якості машини з огляду на комфорт? Та наостанок, чи увійде вельми габаритний вантаж у кузов невеличкого ліфтбека? По трасі, звісно, набрав скорость, включив передачу «Їдеш». Мені дуже це подобалось. М'яка машина, скажу, но... И вместе с тем жесткость на таких неровностях, она показывает, что машина может выдержать и, наверное, долго дороги нашего качества, скажем так. Тест-драйв показал, машинка очень хорошая, сбитая, хорошо проходит неровности, причем разные неровности, как крупные выбоины, так и мелкие. Вот. Ну, не удалось оценить акустику. Ну, в принципе, судя по количеству динамиков, звучание здесь тоже хорошее. В дальней дороге будет не скучно и приятно слуху. В целом, машинка очень понравилась. Я бы продал 3, чтобы купить 1. При езде по городу, по нашим неровным дорогам, тоже понравилась подвеска, в меру мягкая, как бы собранная. Шумоизоляция. Скажем так, на порядок выше, чем в таких автомобилях. Это где-то уже ближе туда, к среднему классу, скажем. И то не у всех даже такие есть, такого качества. Звукоизоляция. Очень уверенно чувствуешь себя в данном автомобиле. Маневренный на дороге. Когда нужно, она прибавляет. Прекрасно также тормозит. Очень мягенькая. По сравнению с предыдущими моделями, конечно, Шкоды, я был приятно удивлен, так как всегда считалось, что Шкода более такой жесткий автомобиль, то здесь ты очень прекрасно себя чувствуешь, очень мягенько, как я, так и сын, мы довольны, прекрасно. Подвеска мне тоже понравилась, так как она более мягкая, чем у отечественных автомобилей, то понятно. Ну и большинства иностранных конкурентов, там, например, у Kia подвеска пожестче, у Kia Ceed. Вот, с чем я могу сравнивать. Вот. Ну, в общем, мне эта Шкода очень понравилась. Соответственно, по характеристикам цена-качество, это вообще, наверное, идеальный вариант сейчас у нас на рынке. Комфортно мне себя чувствую, очень комфортно. Мне очень понравилась машинка. 5, как наши преподаватели, не ставлю. 4,9. Это здоровый очень ящик. Вы специально взяли такой, который не влазит? Ну, почему не влазит? Он влазит. Так, интересно. Я думаю, что это здесь. Все достаточно понятно. Все достаточно понятно. Пол неровный, но было бы трудно ожидать, чтобы он был ровный. Наверное, так, да? Да-да. Ящик здоровый, откровенно здоровый. Это в нем только журналы «Автоцентр» можно перевозить. Весь выпуск. Проходим мы, спокойно проходим. И тут еще дядю Васю можно посадить. Брать. У нас есть вместо дяди Васи, можно еще попробовать догрузить коляску. Опа! Неужели закроется, а? Ну, пробуем. Смотрите, вот тут есть, видите, специальная петелька, ей очень удобно орудовать. Да? Еще и с запасом.
Ну что, хорошо. Могу предположить, что редко кто-то будет возить одновременно коляску и плазменную панель. Вот. Но машина позволяет это делать. Ого, та ні. Це я так багато запхав. Тут ще можна. Ще можна одну коляску. Да, тут ще можна одну коляску. Ну, по багажнику взагалі питань немає. Далі у народних тестах. Чи достатньо двигуна 1.2 TSI потужністю 105 кінських сил для забезпечення динамічного прискорення? Та чи дозволяє ця технологія економити пальне?